Вопрос на консультации. Пациенту раньше нравился результат очень после того, как в область вокруг глаз ставили ботулотоксин. Сейчас, по прошествии 5-6 лет, результат немножечко стал другим и не удовлетворяет пациента. Почему так происходит? Давайте разберемся. В процессе разговора выяснилось, что пациентка все 5-6 лет у своего косметолога делала только ботокс. Ее устраивал результат, поэтому она не задавала никаких вопросов и ей ничего не предлагалось. Но, конечно, года идут, и наше состояние кожи меняется и отнюдь не в лучшую сторону. Поэтому надо обязательно работать с качеством кожи, по ее уплотнению, по сохранению увлажненности, эластичности. И когда мы работаем в этих направлениях, то и эффект от ботулинотерапии будет гораздо интереснее, гораздо лучше. В своем кабинете я могу предложить вам несколько процедур по улучшению качества кожи вокруг глаз. Самая эффективная и любимая мной – это инъекция гиалуроновой кислоты в области глаз. Но препарат должен быть специально сделанный для этой области, потому что мы вводим и в верхнее веко, и в нижнее веко до ресничного края. 4 процедуры раз в 10 дней дадут хороший результат. Кто не любит инъекции или их не делает, есть пилинги вокруг глаз. Замечательная линейка DermaQuest позволяет нам работать и с верхним веком, и с нижним, подходя очень близко к ресничкам, захватывая всю область глаз. Мелкие морщинки уменьшаются, некоторые пропадают, и кожа становится такая напитанная, потому что пилинги тоже имеют некий стимулирующий эффект. И есть препараты коллагеностимуляторы. Они особенно подходят пациентам, у которых упущен момент, когда нам ситуацию не только удержать надо, но значительно улучшить. Поэтому мы выбираем коллагеностимуляторы, но очень внимательно. Они могут давать аллергические реакции, поэтому из них нужно брать в работу только самые безопасные. Все, что мы с вами проговорили, все эти процедуры являются всесезонными. Делать их можно и зимой, и летом. Когда найдете время, приходите.